кто там стучится смело сквозь дверь? Я спросил. Бу! Ой! А, вы уже пробудились, Наталья Николаевна. А у нас мир. Кто? Мир. А. Мир. Потому что я перечитала роман и поразилась, насколько он актуально сейчас звучит, потому что это хроническая проблема противостояния людей, которые хотят подражать европейскому, и другие, которые хотят традиционного русского, оно сейчас обострилось, конечно, до каких-то невероятных размеров. Ну, то есть что это такое русское? Способность жертвовать, способность любить, истовость, русская страстность, перебор русский. И, ну, самое главное, жалость, чтобы она не вымывалась.